Всем привет, ребята! С вами Марина Север. И Яна Рэй. А вместе да, мы сегодня проходим очень страшную часть. Продолжаем чужеродненького нашего. Да, здесь должен быть ксеноморф. Нашего ешку, нашу еби. Очень страшная. Нашу еби. Еби. Ессука, чтоб ты... Давай с чуваком, общем, мы с ним поговорим. А мы уже поговорили. Он сказал, нужно найти кабинет Морли. А в общем, это пиздец. Судя по карте, надо пиздовать вот прям вот, вот в него, короче, туда, в ту сторону. Но мы тут, короче, нашли какое-то психиатрическое отделение. Тут что-то можно нажать. Что будет? Психиатрическое отделение. Психа пойдет? Ой, подождите, какие... мне кажется... У нас везде какие-то психи, представляете? Вот ой, у меня такое чувство, что мы сейчас как бы немножко зря сюда... Ну давай. Почему зря? Объединим усилия. Чего? Ну, у тебя может, дверь закрыли. Ну давай объединим. А что, кто это? Так, а где этот Морли-то ебучий твой? Погоди, подожди, я что-то не поняла. В смысле, почему ты сказал... Почему ты сказал, что зря зашла-то туда? Мне почему-то показалось, что нам не туда. Ебать, сука, мне страшно. Куда идти? Звуки мне не нравятся. Ага. Мы правильно идем. Смотри сразу чужеродного. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Да я поняла. О, знаешь, когда будет проходить, то психика будет расшатанная. Бедняги. Сохранялочка где-то шумит. Никого из них тут нет. Давай. Ой. Не потерплю к себе такого отношения, какой-то. Морли. Понятно? Где сохраняшка? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному пути. А где? А? Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? У меня пациенты, которым необходимо медикамент... Заткнись. ...сложная поддержка, особенно в нынешних условиях. Я не позволю ущемлять их интересы. Считается официальным предупреждением. Нет, нет, не туда. Погоди, мужик, не мешай, ты что пугаешь? Мы хлам берем, да. Мы знаем, что туда. Просто использовать. Что? О, нет, не надо, палимся. А, там, ладно, не туда сказал, хорошо. Подожди, ты все посмотрела? Тут карта обновления или что? Это, нет, это не то. Он сказал не туда. Ну давай, веди меня, я чтобы куда на карту смотрела. Куда идти, чувак, рассказывай, пожалуйста. Так, смотрите. Ой, как все сложно, стало. А какое перспективное было место, какая трагедия. Да, блядь, давай, говори, куда идти, ты че? Почему ты нагнетаешь так? И так страшно. Тут блядь, ты мне скажешь, куда идти, слышишь? Иннокентий ходит, страшно. Слышишь, еблан, блядь. Вот сюда вот куда-то, подожди, а куда, ну-ка. Вот, а, ну все правильно. Сказал. Дальше по этому коридору. Спасибо. Страшно. Вот ведь... Вот что-то еб... Знаешь, что-то нагнетает. Не палимся совершенно. Пиздякать всякую непонятную урду сейчас там используют. Урда, 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 урда. Так, вот это хуйня. А она что, уже использует, что ли? Хуйня. Вот эта херня, да. Урда, урда. Ты давай, чувак, подсказок больше давай. Че я без тебя не разберусь? А, не работает. Ты на месте. Это кабинет Морли. Это? Наверняка там так, где-то быстро... есть код. А давай. Можно закрыть, а? Слушай, закрой за мной дверь, заблокируй, там чувак, помогай мне. Не блокируется. А какой код, где? Так, 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 так. Чего тут у нас есть? Где ага, же? Если прятаться, кстати, напрягаться нужно. Ой, как страшно, слушай. Так, что это? Где код-то? Это калькулятор, смотри, двигается. Так, что это? Тёлки, журналы какие-то. О, ну люди о, тоже смотри, ну-ка, что написано? Диш, ит, дирт, ит, грязь какая-то, дитхи. Чё? Ладно, как, короче, тёлочки что-то как красивые. Где они сейчас? Действительно, где они сейчас, все эти тёлки? Где ты это прочитала, где они сейчас? Ладно. Ладно, войдём в терминал. Давайте войдём. В терминал нужно входить в них. Но здесь, кстати, видимо, по сюжету ошибка. А, доктор Лингард, там нужно больше стимуляторов каких-то. Их осталось совсем мало. К тому же Кульман раздаёт их направо и налево. Судя по записям Кульман в журнале. Кульман. На этой неделе он наведался в амбулаторию уже 16 раз. Надо вести нормирование, потому что чем ближе к закрытию станции, тем сильнее жители Севастополя будут нуждаться в этих препаратах. Можете поговорить с Кульманом, узнать, кому он сбывает медикаменты. Блять, ну ладно, это не особо интересно, понятно. А, так, общее, только а для вот смотри, код, вот. Вот. Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Блять. Найди его. А Морли это мужик, что ли? Думаю, да. Тёлка. 1702, слушай, 1702, погоди. 1702, у меня... Сейчас запишем. Нарушение карантина в госпитале. Погодите. Внимание. Карантин нарушен, чужой! Тёлка, подожди, подождите, подождите, я запишу. Мне нужно записать 1702. Запиши там 1702. Где, потом... блядь, записывать? Я не вижу. Подожди, подожди. Секунду, беспокойный народ. Плохо ли это, хорошо ли, но право носить оружие человек сохранил за собой и в эпоху освоения 1702. Космоса. 1702. Всё? 1702. И как иначе защитить себя, своих близких и свой корабль, когда от ближайшего служителя закона тебя отделяют десятки... Что там закрыло? Тебе было написано жертвовать, я не знаю, что это такое. А, десятки световых лет. У этой медали, впрочем, есть и обратная сторона. Севастополь, где свирепствует вооруженная преступность. Но мы заметили какую-то пиздец у них-то, все друг на друга нападают. Да вообще какой-то... А, жители этой станции, бесконечно нарезающие круги, в богом забытый...
там уголки вселенной, а нахуя они отрезают, кстати, понятно. Ну а делать что-то надо, они несчастный народ, претерпевающий в унынии. Те, у кого хватило денег на билет, покинули на это место давным-давно. А что, и бабла, что ли? Нахера тогда поехали? Оставив позади друзей и соседей в окружении пустых магазинов, сбоящих электронных систем и несбывшихся надежд на экономический бум. А нахуй вы так туда отправились? Но они поехали, видишь, экономический бум. Они думали, деньги заработают. Жители Севастополя чувствуют себя обманутыми. Их заманили сюда корпорации, не желавшие признавать, что мыльный пузырь под названием колонизация глубокого космоса неизбежно лопнет. Эти люди злы, полны отчаяния и готовы ополчиться друг против друга. Принятые недавно службой безопасности меры по противодействию торговле на черном рынке лишь усилили всеобщую озлобленность. Каждый день станция подходит все ближе к краю ужасной пропасти. И мы сейчас, блядь, зачем так много писем? У меня уже аудио-ошибка. Утилиты. Что есть утилиты? Так, смотрите, там нам что-то тёлка сказала. Про карантин. Я же сказала, что да, на Гетти пришел. Опачки. А вот сейчас начнется хард. А ты где? Будем... Пропуск доктора Морда. Подожди. А, давай сохранимся. Вернемся сейчас, короче, обратно, если это получится уже. Да-да-да. 17.02. И, блядь... Телефон, блядь! Важный звоночек был, поэтому... Ну, люди деловые... Почему все висит? Почему все висит? Мать вашу! Иннокентий! У него какие-то скользкие звуки, он так близко, блядь! Ебать! Иди! Давай уйди скорее! Сука, блядь, сука, совсем близко! Что он здесь делает-то? Да блядь, слушай, мы даже не успели дойти до сохранялочки. Почему у него такие скользкие? Давай, уходи скорее, чё? Фу, какой скользкий и противный. С головой, своей херовой головой. Как он топает, блядь. Пиздец, Иннокентий, блядь. Уходи. Так, а куда нам теперь идти, что делать? 17.02. Вот туда, вот правильно ты сейчас пойдёшь. Видимо, до сохранялочки мы не дойдем. А она где? Он обратно пошел! Он туда-сюда теперь будет ходит, это... подожди! Блядь, я не могу. Беги, пробегай, Душа, как пожалуйста. Как она выглядывает? Ой, ну то... Может, урт какой-нибудь ему кинуть или что там, помнишь, мы делали? Ты не смотри туда вообще, пусть уж сдохнет, так это самое би... Как... Куда? Так сильно топает. Блядь, как страшно. Ой, как топает. Спрятаться. Куда идти-то, блядь, куда? Фу, да ты что за жопа какая-то? Фу, здесь был! А смотрите, вы стоите на вершине холма. Да, я представляю. Отсюда открывается... Кишки, тёлка завали. Кишки и мозги, да? Сохранялочка! Тихо! Осторожненько, аккуратненько. Господи! Сука, куда прятаться? Ты чё, блядь, ты прячься-то не туда? Слушай, там ещё писано было, слушай. Сохранись, пожалуйста, я тебя прошу. Рядом враг, я не хочу. Ты что, сохранись, потом пойдем дальше, нормально. Палец. Ты что закрыл эту дверь, нахуй тебе вообще закрывать? Ты где там сохраниться надо, давай иди туда. Я не могу, рядом враг. Так часто нет. Блядь, какая-то коробка там. Сука, начал свежий грызы. Подожди ты, в смысле, сохранись, пожалуйста, блядь. А он рядом ходит, смысл? Ты понимаешь, мы когда загрузим в следующий раз, у нас сразу ёбнет, это опасно. Бля, что начинается-то? Куда идти-то теперь? Он, может, отошел куда-нибудь, сохранимся и все, и нормально быстро. Так он теперь вокруг будет ходить? Я не хочу в это играть больше. Придется. Давайте просто закончим здесь и все. И все, всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки, подписывайтесь. Он там ходит где-то. Блять, куда? А куда идти, ты хотя бы знаешь вообще? Там вот обновление карты какое-то, смотри. Он там где-то ходит. Вот там бутылками шумит какими-то. Ты что, бухаешь там, что ли? Блять, я боюсь. Так, подождите. Где-то примерно справа, да? Он где-то ходит, твою мать! Он прям рядом, кажется, послушайте. А как вообще проходить, если он постоянно... Он постоянно рядом ходит. Он топает в этой комнате. Посмотри, где он хотя бы примерно. Сука, этот чувак-то нам не помогает. А где должна искать пропуск вот доктора Морни, блядь? Тебе выйти надо из этой комнаты. Так я не могу. Блядь, он подходит прямо здесь. Он... Ты посмотри хотя бы, где он по этой хуйничке. Он там что-то трогает. Кнопочками шуршит своими какими-то. Ты посмотри хотя бы, где он, чтобы понятно-то было. Не, смотри. Он открывает банку колы, я слышу. Мы здесь, хорошо. Подождите, настройки, срочно. Ну, смотрите, мы здесь зашкерились очень...
Блять, так мы все. Мы здесь зашкерились очень хорошо, потому что здесь такой вот угол. То есть, если он только сюда зайдет, он может. Там все шит чем-то! Камера там! У нас камера палит, он же через камеру может увидеть, он же умный, у него мозги больше, чем у нас. Слушайте, он там шуршит чем-то. Чем он шуршит? Хватит шуршать, ты что делаешь-то? Ему, понимаете, ему скучно, он фантиками шуршит. Он прямо здесь! Он уйдет? Нет, оттуда. Ну, что там, ты что там палишь-то стоишь, а? Да он же, он задрал уже шуршать. Он, походу, у стола стоит, там реально чем-то шуршит. Блин, а что делать-то теперь? Мы сохранились? Нет, мы, да, да, мы сохранились. Ну, мы сохранились, а, собственно, какая разница? Тут уже... Так мы что, мне будем кажется, он капает слюной своей. Всю игру так сидеть будешь, что ли? Такой прожжёт сейчас слюной своей покажи стол, он, короче, прожжёт. И мы... Посмотри, подожди, ты посмотри сначала на эту хуйню, ты что выглядываешь? Ты что? Ты вообще опасный? Эта хуйня слышит он, короче, эту хуйню, поэтому нельзя. Ой, блядь, как страшно, ебать. Всех копытом. Так, смотрите, пропуск доктора Морли. Может, отсюда как-то можно выйти? Что тут вообще есть? Я не знаю. Слушай, это я еще не прохожу, прикиньте себе, я сидела. Я, блядь, вообще просто не вышла. Мы будем вот так вот сиже ходить, ничего не так, куда идти-то хотя бы, где этот ебаный Морли? Чувак, кстати, заныкался вообще. Мы даже выйти из комнаты, но нам страшно выходить. Какой чувак? Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Блядь, куда идти, в какую сторону? Там что-то тикает еще. Так, шкафчики, значит, явно не туда. Так, смотрите. Ну, в принципе, вот мы как бы... Направо, отлично. Мы как бы близко. Не надо было делать. Ползочком, ползком. Так, 17.02, 17.02. Хорошо, помним. Помним, любим. Вот сюда, что ли? Помним, любим, о нет. А давай в кишки зайдем, а? А, туда куда? Ой, только, пожалуйста, кишки не выходи, а. Вот мы совсем близко, мы сейчас спрячемся. Ты не надо. Хотя надо! Упс, он и все! Упс. Мы уже близко, да, там? Он уходит! Так, как дело? Я не могу даже смотреть, потому что... Ладно. Вот вроде как бы его нет! Но! Он шумит где-то рядом. Слушайте, хорошо, что он так громко топает. Да, это хороший... показатель хороший. Ебать, он прям рядом где-то. Я теперь понимаю вообще всех летсплейщиков, которые когда-либо проходили эту игру. Я их очень по-человечески так понимаю. Чуваки, мы с вами. Ой, шуршит там чем-то. Мне кажется, стул, он валялся или что? Музыка очень нагнетает. Мне кажется, он там где-то близко. Вот, ой, бляха. Вот тут очень жесткий стелс. Причем он именно там, где, куда нам и нужно. Да вот, специально там ходит. Бляха, муха, он как будто, знаете, он знает, что там нужно именно этот ебаный Морли. Ой, не надо вылезать, пожалуйста. Ты где там? Я не знаю. Вот. Он приближается! Он идет? Он бежит! Давайте убавим, я не могу, эта музыка нагнетает. Ты где, блядь? Так он, блядь, он... Мои непередаваемые звуки. Так он он ходит там прям вот где-то... Вот именно где нам нужно. Ты специально, что ли, там? Видишь, он слева, короче. Блядь, вот он прям... Ощущение, что над нами просто стоит. Геша, я еще не могу проходить в таких условиях, вы че, блядь? Он шипит! Эта музыка шипит, по-моему. Не знаю. Блядь, а как проходить? Вот и нам именно туда ведь нужно. Так он там и сидит. Он! Фак! Он сейчас хвост, если... Ты ведет! Пошел, а если можно стол перевернуть, ты... Не зря ты сейчас пошла. Он наверху где-то. 17.02, 17.02, 17.02. Куда? Чего? Так, 1, 7. Как убрать это? Так. Пожалуйста, быстрее! Блядь, охуенно! Сохранял-то есть, нет? Так, дьюти доктор. Отлично, дьюти доктор здесь где-то. Блядь! Нет, это вообще ужасно. Сука, это так действует на нервы, я не знаю. Так, дьюти доктор. Где пропуск-то? Не знаю, там дьюти доктор. Написано было. Череп! Какой-то. Подожди, чуть. А? Но... Он может ее разблокировать. Он может. Кстати, какая-то тапка лежит. Тапка какая-то лежит. Кстати, они спалить, наверное, могут. Тапки-то есть. Так, откуда мы пришли вообще?
Мы закрыли, да? А мы тут пришли, собственно. Так. Блять, а где пропуск искать в морге ебаном? Ой, бля, сука. А, куда-то туда, отлично. Точно? А там что? Так. О, вот что-то смотри, такое. Что написано. Что Хансон. Горит. Может, здесь что-то Смит. Тут Морли. Вот, а, Морли. А смотреть палаты доктора Морли. Отлично. А где палаты? Ну, давайте сначала тут все посмотрим. Аккумулятор возьмем. Фух. Давай там же можно какую-то херню создать, которая отвлекает его. Ну, тут по-любому она нужна, потому что... Так. Сейчас. Ну, вроде нет, ладно, сейчас создадим. Блядь, там дверь открыта, сука. А можно вот в этой хуйне создавать? Не знаю. Посмотрим. А, блядь, нельзя, ну ладно. А, ну конечно, нельзя. Так, звуковой генератор нельзя, фаер, ладно, хуйня какая-то, птичка. А мы ничего не можем создать, домовая шашка, у нас ничего нет. Ну, у нас, смотрите, нам надо, получается, вот этот звуковой генератор, чтобы отпугивать. Ну, вернее, точно не отпугивать. О, смотри, палата доктора Морли. Не отпугивать пиздец. Чужого, а просто, чтобы он услышал этот звук и, короче, побежал куда-то там, да? Ну, я, блядь, не знаю. А! Вот прям где-то там. Так, давайте заблочим на всякий случай. А, ты что, не палишь? Палишь. Ты не пали, он же ведь откроет. Да, он даже заблокирован откроет, ему что? А ничего, что с другой стороны дверь так открыта? Так, мне надо понять, куда нам идти. Нет, ну вообще, ну надо посмотреть, ладно, давай просто сходим, мало ли. Кетчуп стоит, заебись, ну, я знаешь, бахнем кетчупом. Да, бахнем кетчупом, давай смотрим. Карту обновим, заебись. Только жалко, что здесь нет сохранялочки, то есть специально как бы сделано так, что... Кстати, да, самое-то, что херовое, мы нашли палаты доктора Морли, сейчас будет очень хуёво, если мы помрем. Так он придет сейчас, ты что хочешь, что он тут может... Садись! Я села! Смотри, тебя видно! А что я поделал? Вот здесь! Не нужно, мы только Морли нашли, бляха! Уйди! Просто уйди! Вот, понимаете, он топает где-то, может быть, он даже над нами. Ну, не знаю, мне кажется, он близко, потому что... Он прям... Мы вовремя оттуда съебли. Съеби отсюда, пожалуйста. Ты что делаешь-то? Ты куда пошла-то, блядь? Ты что делаешь? Садись, пожалуйста, ебли. Он как будто слышит наши шаги. Конечно, слышит. Так, не дышим. Я вообще пиздец, я в шоке, короче. О боже, мы всю серию будем ходить. Я не знаю, где сохранялочка. Если даже, если мы, короче, будем долго проходить, не сохранимся, придется. Казалось бы, ну, найти какую-то палату Морли и пропуск. Это дело 5 минут, но потому что здесь чужой, это вообще нереально, это не ебически просто вообще. Так, я вообще хуй знает. Нам надо идти в обратном направлении, короче. Так. Ну, нам куда-то туда, да? Вот знаешь, а может на дурачка? На дурачка? Нет, ты что? Бежать вот тут нет, на дурачка? Нет, не бежать на дурачка, а идти... Блять, коробки какие-то раз... Мне кажется, он наши шаги слышит и палит. Да, конечно, слышит, он такой... Это чё? Слахомут. Так, будем такими шажками передвигаться. А-а-а! Прям здесь. Так. Нет, не знаю. Ой, блять, зря, наверное, такой шум. Ты чё, Рипли, ты чё? Фу, слушай, мне нравится, вот мне понравилось, как в прошлый раз. А он может её открыть? Достать оттуда. Он где-то прям там. Как он нас не заметил. Мы да. Причем, знаешь, я думала, что мы присели, а мы не присели. То есть там... Так, я что-то не пойму. Вот я тоже не пойму. Тут так. Куда-то вообще сюда надо идти. Тут вообще как пройти. То есть вот тут мы, значит, дальше не были, поэтому не показывается. Ага, ничего. То есть, блядь, я тупо не понимаю. Это что такое? Журналы, что это, блядь? Где Морли-то наш? А, ладно, похуй. Короче, где сохранялочка? Начнем с этого. А сохранялочка-то у нас, она вроде бы рядом, но... Так, получается, мы сейчас выходим налево, что-то куда-то назад. А блядь. Смысл нет здесь сохраняться, потому что какая нахуй разница? Мы сюда должны дойти до кабинета. Перед собой крепкий и теплый скафандр. Вы надеваете его. Ты что делаешь? Она нас успокаивает, понимаешь? Это психолог. Знаете, мне от этого еще хуёвее становится. Посмотри, куда ты идешь. Ага. Ну как бы, блядь, да, подожди, я понимаете, вот я вроде смотрю на карту, вроде понятно, куда идти, но в итоге, когда вот, ну-ка, вот в эту кишку, что ли, посмотри, кишка, в кишке идти, спрячься куда-нибудь, а, или чё? Так, по-моему, здесь не были-то. Сохранялочка! Спасибо, господи! Серьёзно? Спасибо!
Причем нам даже не написали рядом. Мы случайно зашли за врага. Врага рядом нет, ворога нашего нет любимого. Жесть! А прикинь. Только не надо сюда приходить. Так, смотри, что есть, давайте посмотрим, что есть. Ну, сохранялочка. Мы сохранялись, поэтому можем пока смело ходить. 5 минут можем ходить смело, а потом начнется пиздец опять. Так, подожди, посмотри, куда ты идешь, правильно? Нет, куда теперь? Блять, тут все раскидано, какая-то хуйня. СВУ! Отлично, четко зашли. А что такое СВУ? Ладно, разберемся потом. Потом, неважно сейчас. Ой, ебать. Может, генератор? Хотя нет, пока нам он да. не нужен. Ну, я так понимаю, нам дальше по коридору. Смотри, да, по какой-то, вот сюда, вот по какой-то кишке. То есть мы идем дальше по кишке. Кстати, вот там можно было пролезть. Опять-то Дьюти Доктор. В принципе, мы находимся еще, в общем-то, как бы это самое близко, но... Не палимся. Так, будем вот так вот аккуратненько, да, потому что... Удерживать взрыватель. Удерживать. А! Ой, даже здесь можно прятаться. Прикольно. А! Блядь, зря вылезла! Ты что делаешь? Ты что? Залезь под брат, ты что, мать? Так, а он не лазит по канализациям, кстати? Ой, вентиляция. Ты нахера то залез? А, кстати, блядь, он передвигается по ней. Ты чё, хуй ты держишь? Ну понятно, паника началась, я все понимаю. Я вообще не прошла это, я такой не могу проходить. А, там что-то можно было взять. Ну, думаю. А, взять взрыватель, хорошо. Взяла зачем его? Да, взял. Ладно, сейчас на дурачка, мы все равно там сохранение рядом было. На дурачка, да я слышу, как, блядь, он бежит-то, сука, ходит. Да что ж ты висит-то все, а? Рум 28, не знаю, что это, но... Давай сюда, может, это оно самое, давай. Закрой, пожалуйста. А, дверь, закрой! А-а-а! Прячься туда! Давай! Блять, вот так вот передвигаться. А, слушайте, ну пока чужой нас ни разу не спалил, это очень, кстати, классно. Ну, прикольно, мы прям вообще мастер стелса. Сидит мастер стелса, да. А где палат? А, то есть вот это вот они. Ну, собственно, то есть где, что где искать? Ну, в общем-то, мы уже где-то близко, давайте тихонечко тут обыскивайтесь. Нашего ксеномолфа нет, будем искать. Блин, вот... Жалко, что сохранялочки здесь располагаются именно в каких-то определенных местах. Мы бы вот сейчас так взяли и сохранились. И проходили бы дальше без спальни. А что надо найти, собственно говоря? Что-то выключили, да? А нам что найти-то надо? Я уже забыла. Чего это не работает? Ну ладно. Найти что надо, блядь, нам? А, палаты доктора Морли зачем-то? Осмотреть их? Я уже, честно говоря... А что делать надо? Я вообще забыла все. На, что нам где-то... Кстати, дверь мы же блокировали, а хули она разблокировалась? Опа. У меня такое ощущение, что... Что нам пизда. А, нам бежать-то некуда! Куда бежать? Давай в комнату обратно. Ты, блядь, ходишь просто! Я пиздец хуею, как ты ходишь. Он там ходит, ты, блядь, тоже ходишь. Пожалуйста, не ходи! А я просто не видела, что хвост у него. Он сюда топает. Вот это у нас прохождение. Вот это... Он стучит чем-то. Блядь. Сука, страшно вообще писать. А причем даже вообще не показывает, где он. Вылазит, нет? Я тебе не знаю. Ну, вроде как бы не шумит, знаешь. Так, мы куда идем, собственно? Куда идти? Там, он там где-то тусовался в том районе. А-а-а! То есть, смотрите, нам вообще непонятно, какую палату. Давай все осматривать подряд. Давай вот в эту пойдем. А, 29. Так, мы, короче, будем вот каждую вот так вот открывать. Ну хотя это вряд ли на чужом открытии. А зачем открывать? Тути-тути-тути. Тути-фрути. Очистка воздуха, сигнализация, может нам выключить ее как-то 2. Чего? Очистка воздуха 4. Я не понимаю, что это вообще. Доступно, наверное. Чего, блядь? Они бы хоть объяснили, как. Я вообще не ебу, что такое. Мне кажется, это не надо делать. Ладно, если нам надо будет это делать. Ой, бля. Мы же заблокировали, да? Батька подумается. Что нам надо найти? Он где? Нигде. Так. Вот он вроде ходит где-то, но топает. А, в смысле? Вы чё? Я же заблокировал. Почему двери блокируются только на 5 секунд? Я вот этого не пойму. То есть, если, допустим, спишь ночью такой, заблокировал себе дверь, думаешь, вот сейчас лягу, расслаблюсь. Он один уже лежал. И хуй-то там. Как так можно делать? Пропуск! Мы нашли? Может, мы все прошли, а? Отлично! А почему нам опять сказали смотреть палаты доктора Морли? Это что такое? Куда теперь? Подожди, в смысле? Блять, а там теперь еще обратно вернуться-то нам надо. А-ха-ха-ха-ха. Вон он, ты че? Не ходи, он там сейчас был, я видела его. Нам нужно найти хотя бы сначала. Он сюда заходит! Серьезно, что?
Блин. А нет, мимо пошел, просто дверь закрылась. Пиздец, вы издеваетесь, блин, что ли? К этому Кульману вернуться теперь. Че там? Че что написано? Куда идти-то надо? Вернуться, да, к этому Кульману. Давай сначала к этому. А подожди, где вторая, первая схрана? А смотри, короче, можем вот так вот хуяк-хуяк пройти и вот сюда. Кстати, блядь, да! Оно же возносится. По кишке-то, да, по кишке-то хорошо, но там же у нас чушка ходит. Так он понимаешь, он везде, вот по всей этой локации он ходит. Я поняла, что он везде ходит. Ну, по сути, нам нужно просто по этой кишке, короче, бежать, заходить в палаты и вот так вот пройти. В общем-то, да. Он музыка усиливается. Ну и где ты ходишь? Вот, знаете, он как чувствует своей жопенью, что где-то... Он дверь открыл. Так он это, у него же голова как хуй, он хуем своим чувствует все. Вот ты ебь, конечно. Иск, ебе. Че, выходить нет? Он там стоит, блин. Прикиньте, мы сейчас вот выйдем и запалим, запорим вообще все, что только возможно. А интересно, вот этот пропуск, он каждый раз в разных местах лежит или нет? Ну, хуй знает. Да что там стоишь, слушай, давай. Второй раз я точно тебе проходить не буду. Ну я не прохожу, конечно. Я хочу с первого раза пройти, чтобы чужой нас ни разу не запалил. Это будет высший пилотаж. Ну прикинь, потом снова все проходить. Блядь, он обратно пошел. Ты, слушай, ты что там тусуешься, я не понимаю. Ты что там, тусовка интроверта, что ли, а? Иди отсюда куда-нибудь. А может быть, он дальше ходит, просто мы его слышим. Музыка напрягает. Но она будет постоянно, что ты хочешь, музыка-то. Так, нет. А вот смотрите, если что, чем отбиваться-то нам от чужеродного? Ничем. Закройся, погоди. Погоди. Что у нас вообще тут есть? Дымовая шашка. Что она делает? Детонирует при ударе облако дыма. Ну если что, будем использовать. А ты знаешь, как ее использовать? Без понятия. Вот я тоже не знаю. Мы можем, в принципе, херакнуть его эту дымовую шашку, чтобы на секунду его остановить и убежать. Но, блин, я не знаю, как ее использовать. Помнишь, как мы с аптекой ебались и не могли ее использовать? А где дымовая шашка-то наша? Почему я не могу ее выбрать? Кнопка там. Три, чё? Использовать Enter. Там что-то стучит. Ты погоди, где? Чувак. Ты не стучи, а там где-то слева. Блять, пошли, нам надо в другую сторону. Ты что, подожди, мать, ты что? Мы можем вот так вот обойти. А вот так тебе не надо обойти, так же. А там, он там ходит. Я не зайду там. А ну да, кстати, вот тут ходит. А! Он, блядь, это мой! Он где-то там! Он где-то, сука, сзади стоит. Просто. Нет, спрячься, тебе прошу. Был прям над нами, да? Он, походу, да. Так вот что топает так сильно. Он просто над нами ходит, блядь. И никогда не угадаешь момент, когда он спустится. Это самое хуёвое. Он же может спуститься в любую секунду. Вот сейчас где он? Так он где-то сверху. Ну и будь там сверху, а я снизу. Ты куда пошла? Там некуда идти. Блядь, оно закрыто. Чего? Так, ладненько. Так, я тебе говорю, в другую сторону надо идти. Он сейчас тебя убьет! Он тебя убьет, блядь! Только не надо, не заходи сюда! Он так шипел, блядь! Заходи сюда! Он запомнил, он теперь запомнит, что мы здесь, и все, и пизда. Он подождет, когда дверь откроется, и вытащит нас отсюда, да. Как там Дэвид сказал, совершенный, блядь, организм? Он бы нас уже нашел такой совершенный организм. Он действительно, он запомнил это, он идет сюда. Ну, мозги-то у него, конечно, да, на месте. Да никого тут нет, тебе послышалось просто, тебе послышалось, ты старый, как бабура, тебе слышится не то, что надо, все, нормально, все, хорошо. Он теперь будет там стоять, классно. Классно. Ну, в смысле, то есть он там стоит? Я не вижу его. Или... Я надеюсь, он ушел. Блядь, скорее бы дойти до сохранялочки и закончить это. То есть мы должны идти туда, в принципе, да. То есть, короче, пиздец. Рипли, а ты можешь как-то поаккуратнее открывать свои двери? Я не знаю, что делать. Где вообще? Ты где? Я не знаю, где он. Я в каждой двери прятаться. А в двери уходит? Здравствуйте. Ты что делаешь? Ты так прям идешь, не палишься? Ты просто пиздец. У дурачка. Давай-ка спрячемся. У дурачка. Я мастер стелса. Фак. О, какой стелс. Так, давайте еще раз. Мне вообще, слушай, мы шли на дурачка. Ну, в принципе, смотри. Да, короче, уже... смотри, вот прямо. А вот эта хуйня случайно потом... не закрыта. А прикинь, эта хуйня тоже закрыта. Нет, там, видишь, там ничего не показано. Закрыта, это вот эта хуйня. А вот там, смотри, была закрыта, где мы шли. Там тоже, вот, да. А, да, точно. Вот смотри, мы, короче, так хуяк, потом налево. Вот тут у нас сохранялочка. Мы хотя бы, да. О, Ешка ходит. Так. Прямо налево, прямо налево, прямо тихо, налево. Тихо, ты что вышла так быстро-то? Я прям это самое вообще пиздец. На дурачка сейчас идем, да? Не надо дурачка ходить. Он где-то слева.
Ой, справа, блядь, все нахуй перепуталось. Туда. Все уже перепуталось в моей жизни. Отлично. Ты что? Заходи, прячь. Так, он прямо, да? Я не знаю, где он, я не знаю. О, карта. Отлично. Пожалуйста, не трогай нас, я тебя очень прошу. Мы невкусные. Тут главное... Может, спрячемся или что? Или... Не прячься, иди там, блядь, пока его нет. Там похуй вообще на все. Тоже, что ли, закрыто? Вы чё? Подожди. Вы да чё? Как, блядь? Ну, алё, ну, блядь, нельзя так делать. 17.02... А, нормально. Посмотри. Блокировать скрыть. А, нельзя. Иди отсюда. Так, подожди, куда теперь идти? Welcome, Мария какая-то там. Все, нормально. А там у нас сохранялочка! Пожалуйста! Где она? Где она? Где она? Вот она! Не виси, пожалуйста! Фу. Спасибо! На этом мы закончим, потому что... Блядь, это... Нихуя! Мы просто... Мы сделали невозможное! Это было... Мы ни разу не попались в чужому! Давай сейчас, чтобы он нас убил, вот просто чисто поржать вообще! Просто чисто поржать! Мы прошли, короче... Мы сохранились, да? Точно сохранились, да! Мы сейчас просто выбежим и ля-ля-ля-ля покрутим. Ну все, давай, чужой, сделай то, что ты должен делать. Да, сделай, что должен. Выполни свое предназначение. Все равно мы сохранились. Привет, чужой! Давай! Проплой ты наш шутик! Надо было драться, что ты не дралась-то? Я побежала обнять его. Мы так рады. Мы просто хотели тебя обнять. Классно. Да, но мы а сами... он тоже такой пошел, такой, эх, со всей своей души чужеродной нас обнял. Ну да, мужик даже сел. Да, мужик сел, да, присесть. От такого сядешь, короче. Да. Ну, собственно говоря, вот, вот этот доктор замечательно Курна. Прошли, очень прям, вот это мастер стелса. Нереально. Всем смотреть просто хайп настоящий, чужого так еще никто никогда не проходил. Ставьте лойсы за мастер стелса. Да, за 1000 лойсов за такое великое прохождение, что мы ни разу не попались чужому. А вот, а потом мы попались, потому что мы сами на это вышли. Это было специально, это просто, это не считается. Мы тебя любим, и вас мы тоже все любим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, смотрите косплей на дисплее, вообще все, смотрите, лайки. Всех чужих, да, все смотрите. Смотрите все, что в описании. Всем пока. Пока-пока.